Мы подавали заявку в конце февраля месяца для проведения митинга к дню дня рождения Шевченко. Получили 3 марта отказ о согласовании с городской администрацией нашего мероприятия. И через неделю, в конце той недели, в четверг, был вызов в прокуратуру, где было вручено предостережение о ненарушении законодательства Российской Федерации и ведения экстремистской деятельности на территории России. Также на следующий день было вручено предостережение от МВД. В предостережении прокуратуры говорится, что мы, люди, которые придут на митинг, даже если он состоится несанкционированный, возможно, могут спровоцировать сотрудников полиции на применение физической силы путем размещения украинской символики или проукраинских лозунгов. То есть прокуратура – орган, который ведет надзор над всеми службами, сама говорит о том, что мы можем спровоцировать сотрудников полиции чем-либо. Ну, я не знаю, как это комментировать. Очередная угроза со стороны власти. Одиночные пикеты и личное возложение цветов никто не запрещал, поэтому лично я пойду. Ну, я хочу еще раз заявить это и крымчанам, и нашим правоохранительным органам, что мы закон не нарушаем, действуем абсолютно в рамках закона и не хотим быть ни провокаторами, как бы прокуратура, в свою очередь, не стремилась это доказать. Если она имеет такую информацию, то, пожалуйста, пусть она нас с ней ознакомит. А вот так вот заявлять об этом, причем в учреждении, где мне предстоит работать, то есть изначально, получается, меня представляют вот такой экстремистской террористкой людям, которые со мной работают и до этого об этом не подозревали. То есть вот это, на мой взгляд, и есть провокация, но со стороны прокуратуры. Мы только что подходили к памятнику Шевченко, где не было никакого митинга, о котором нам сообщала прокуратура, что якобы мы проводим несанкционированный митинг. Все было тихо, спокойно. Цветы и в горшочках, и в букетах аккуратно лежат у постамента. Каких-то злобных выкриков, лозунгов, националистски настроенных граждан не наблюдалось. И удивительно, что кому-то хочется, чтобы, видимо, это все откуда-то взялось, чтобы зачем-то нас потом за это же и наказывать.